Ясно. Даже ни заглушку не ставил, ничего. Тебя сразу начинается. Ну, блин, мало ли. Приветствие, там, не знаю, мой друг дурак спеть на пару, нет? Не надо? Привет, мой друг дурак. Все готово. Ну ладно, всем привет, чувачки, и, надеюсь, чувихи. Сегодня у нас лучший шутер всех времен народов Фир, вы на stopgame.ru. С вами, как всегда, stopgame.ru, и скоро мы запустим мясо, которое будем жестоко бить, лупцевать и тибэгить в прямом эфире. И если вы не ссыте, то давайте качать эфир, или там запускайте, если уже скачали, папки будут сегодня показывать класс. Так что можете подключаться, врываться и атаковать нас яростно. Я вот немедленно приступаю к атаке на Костю. Вернее, а что, ты уже зашел? Да-да, вот, все. Ну все, хорошо, зашел. Давай, иди сюда. И куда ты там зашел? А, ты ж козел, пока я там всех приветствовал, ты бродил, собирал аптечки. Ну да. Ой, что случилось? Что случилось? Ай-яй-яй. Что меня случилось? Не ходит. Погоди секунду, стой. Ты не ходишь? Не убивай меня, да, я, кажется, у меня слетело все. Ой! Ой-ой-ой-ой! Ах ты ж скотина! Ой, что это было такое? У меня все управление слетело. Управление все слетело, ну конечно. На вот тебе, крыска. Что? Ой. Меня убил кто-то другой, я думал, я в тебя стреляю. Отстань, лох, хватит, гнусный лох. Хватит ржать. А ты с каким оружием бегаешь? Я с дробашом. Ох, да, ох, да, просто ты, да, вот ты на части разлетелся. Твой мерзкий дробаш меня уже начинает нервировать. Он тебя еще не раз понервирует. Доберусь я до тебя. Да я на тебя быстрее доберусь. Уверен? Ух! Катина, ты чё, я тоже беру дробовик. Я тебе сейчас жопу затолкаю. А почему я на предпоследнем месте, ты не знаешь? Ну, потому что ты дно и находишься там, где должен быть. Нет, я... Это баги какие-то. Баги. Лаги. А, да, лаги. Сейчас я кого-нибудь с ноги убью, вот этого чувачка, например. Нет, эх. Нет. Да. Это был ты, надо же, какое совпадение. Блюдок. Я тебе это не прощу. Никогда. Да. Сейчас вот еще одного убью. О, да, убил. Это был как раз Тирон 2. И вот еще один, давай, умирай. Оп, еще один. Это был Кстати, Скотти. Своих комментариев никто не будет смотреть мой стрим, все будут смотреть твой. И вот еще одного убил. Это забавно. А я... Не-не-не, умирай. Нет. Ты урод, а. Ты прям мерзкий, ты знаешь об этом? Сервер просто полон нубов. Да ладно, а ты на первом месте? Ну, посмотри, я не вижу. Не могу. Я боюсь. Оп, еще двоих. Я недоволен. Так, еще одного. Подрезал апперкотом с ноги. Так, и вот моя следующая жертва. Идет вперед, ничего не подозревает, бедняга. И вот я его забил кулаками. Еще одного я убил. Просто зверевший какой-то. Но я вспомнил молодость, вспомнил прекрасные былые времена. Весь азарт, да, весь букет удовольствия от этой игры. И как же это было круто. Фир, он так прекрасен. Вот еще какой-то чувак бежит. Такой, знаешь, типа про выглядывает на кнопочке QE из-за угла, но его это, конечно, не спасло. Я ни разу ими в мультиплеере не пользовался. Но это довольно бессмысленно, потому что это же, ну, не какой-нибудь тактический боевик в духе, я даже не знаю, армы какой-нибудь. Так, кто-то спасся, только что выпрыгнув в окно, а вот ты не спасся. Ты толпал уже, а? Ты мерзотный. Так и бегаешь, да? Ты всех просто лупишь. Да. Вот еще одного кого-то.
Не знаю, струляй, просто струляй. Стрельба это для лохов. Это слишком казуально. Смотри, погубит тебя гордыня. Вот, двоих только что завалил. Ух, ёж! Я хотел выпендриться, как ты, у меня результат немного... Ой, чуть-чуть-чуть. Какой-то чувак за мной охотится с дробовиком. Прям целенаправленно, думаю? Да-да-да. Они вот вдвоем тут, короче, бегают за мной. Уже довольно долго. Я убил его. Я его убил, господи, я обожаю эту игру. Обоих убил? Обоих. Не помню, как первый умер, но второго я точно завалил. И вот сейчас еще одного. Опять ты, что ли? Не знаю, сейчас проверим. Отвали! Какого? Почему ты не сдох? Я два раза прожарил твои яйки. Ну, и они от этого стали только крепче. И кто-то вообще украл мой прототип. Ну ты же сам себя в угол загнал. Я откуда знал, что ты за мной бежишь? Господи, что это за говнокарта? Какого хрена? Что там, какая-то... Здесь как какой-то карта? Лабиринт из коричневых, как говно, стен. Так. Что за дерьмо? Ага, я нарвался на какого-то задрота. Класс, я просто бог. Я просто бог. Трудно быть богом. И нет, все равно ничего нету. А ты ставил с этого сайта-то dedicated сервер? Я же ставил, я через него и запускаю. Странно тогда. Очень странно. Ну ладно, черт. Тогда, наверное, будем сворачиваться. Ну, значит, чтобы да. Чтобы не ковыряться. Я думаю, все поняли, какой великолепный эфир. Мы, наверное, еще к нему вернемся, когда Максим все идеологически правильный Windows установит. Да уж, я думаю, с удовольствием. Еще и потренируюсь. Да, я тоже на тебе потренируюсь как следует в следующий раз. Вот. Ну, вообще, играйте в эфир, чтобы в следующий раз к нам могли присоединиться больше людей. Проходите сингл, это замечательная игра. Это наш с Костей однозначно любимый шутер во вселенной. Его точно стоит пройти как минимум один раз. Он красив. Но это как минимум. Зрелищен, да. Мы проходили его очень много раз. И там хорошие сюжеты, что нынче большая редкость. Да, если, конечно, слушать автоответчики и читать ноутбуки, то там все очень интересно. Но благо там все это озвучено, даже ноутбук, когда включаешь, там тебе... Даже на русском языке. Да, с прекрасной вот это прецедент, одна из лучших локализаций, помимо прочего. Да-да-да. В общем, обязательно пройдите, и в следующий раз сможете к нам присоединиться, и вам будет гораздо интереснее, если вы будете понимать, что примерно вообще происходит. Хотя в мультиплеере, на самом деле, к сюжету это все имеет очень мало отношения, но ладно, это не суть. Но там есть кулаки и нога. Да, это главное. Ну, а на этом мы сегодня тогда закругляемся. Всем счастливо, спасибо, что терпели нас. Меня. Да, и поздравляю тех, кому довелось увидеть мою мастерскую, великолепную, потрясающую игру. Ну, будет еще запись, я думаю, народ с удовольствием потом посмотрит, будут передавать друг другу. Из поколения в поколение. Да-да-да, посмотри, там ссылками будут кидаться. Вот. Ну, что ж. Да, в следующий раз это такой мини-анонс, я буду пользоваться гранатами. А в этот раз ты что, не пользовался? Ну, в этот раз у меня были проблемы с таймингом, потому что очень непривычно бросаются гранаты с непривычной задержкой после колды и батлы. Все, я выключаюсь. Да, всем пока. Спокойной ночи. We'll be right back.
Sailor, what will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way, hey, and up she rises. Way, hey.